Белеет парус. Неодинокий. Вокруг воспитатели, дети, родители дружной командой красят борт, высаживают рассаду. В темпе вальса преображается зеленый уголок в детском саду «Мальвина». Мы делаем такую горочку красивую. Нашей прекрасной лодочки. Мостик. Вот. Мостик, можно сказать, такой. Глядя еще, вот что у нас получается, мы тут уже импровизируем. Оригинальная клумба в Мальвине – это не отдельная глава, а целая книга о благоустройстве зеленых зон в детских садах Южно-Сахалинска. Проект «Цветущий сад» впервые стартовал в этом году по инициативе «Единой России». Участие в нем принимает 29 дошкольных учреждений. Они поддерживаются общественностью, родителями, воспитателями для того, чтобы они становились традиционными, ежегодными. Я считаю, что это необходимо нашим детям. Наши сады действительно должны быть красивыми. Рассаду цветов предоставил совхоз «Тепличный», а подвозом земли занялась администрация города. Сами идеи – это всегда секрет. Его участники не раскрывают организаторам проекта даже за день до воплощения. Так в ближайшие дни уникальная клумба украсит детский сад «Загадка». Парусник «Мальвины» тем временем почти готов к своему большому плаванию. Мостик раскрашен и занял свое место в композиции. Тут и так все друг друга знают. У меня сюда 4-й ребенок ходит, надеюсь, и 5-й пойдет. Вернее, не надеюсь, а он есть, он пойдет. Думаю, пойдет через 2 года. Вот, поэтому стоит этого, стоит. Сердце радуется, душа поет. На этом благоустройство не завершится. В сентябре в рамках 2-го этапа проекта в детских садах Южно-Сахалинска начнут высаживать деревья. Звучит команда на общее построение. Спустя час итог коллективного труда отмечен щелчком фотоаппарата.